сорт сверхострого перца Пхутла Шоколад. Это вот такой вот перчик. Вот таких вот размеров. Смотрите, какой красавец. Размеры какие у него. Этот перец относится к сверхострым сортам. Острота такого перчика от 1 миллиона до 1 300 000. Это просто сверхурожайный сорт. Высота такого кустика может достигать 1,5 метра. Срок созревания от 100 до 120 дней. Такой вот пупырчатый. Такая пупырчатая структура у этого перца. Такой перчик, если посадить его в цветочном горшке, он будет достигать где-то 60 сантиметров в высоту. Ну, в открытом грунте, я уже говорил, может достигать до 1,5 метра в высоту. Ну, это у себя на родине, как бы у нас он такой высокий не будет расти. Ну, может быть, при идеальных условиях, где-то в теплицах, там, конечно, он может набрать такую высоту. Это довольно высокоурожайный сорт. Очень большое количество перчика у него. Посмотрите на размеры этого перца. Вот он лежит у меня в руке. Такой перчик может достигать до 10 сантиметров в длину. Очень-очень крупный. Сейчас мы взвесим его. Такие вот перчинки. Давайте рассмотрим поближе его. Такой вот он весь пупырчатый. Такая у него рыхлая структура. Сейчас посмотрим вес. Вес одной перчинки 16 грамм. Сейчас посмотрим, какие другие. Может, потяжелее есть. Это 15 грамм. Ну, где-то 15-16 грамм. Вот так перчик выглядит изнутри. Толщина его стенок где-то около 2 миллиметров. Тоже видно там большое количество капсаицина. Он тоже шоколадного цвета изнутри. Такой вот красавец. Нижняя часть. Здесь лучше видно. Этот сорт, я уже говорил, многолетний. Можно выращивать как в открытом грунте, так в теплицах. У себя на подоконнике в горшках. Очень крупные плоды. Так что можете получить большой урожай с одного кустика.